Музей «Революція» фільм називають першим системним кінодослідженням візуальної культури Майдану. Як і на карнавалі, під час революції повсякденні предмети змінюють призначення і раптом стають музейними артефактами, сказано у синопсисі документального фільму. Стрічка вже отримала відзнаку кінофестивалю в австрійському Інсбруку. Один із перших документальних фільмів про Майдан, світова прем'єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі. Майже вся двогодинна стрічка знята статичною камерою і тому дещо нагадує зйомки з камер спостереження. Закадрової розповіді про події немає. Майдан отримав головну нагороду німецького фестивалю фільмів про права людини у Нюрнберзі та румунського кінофестивалю документального кіно в Сібіу. Сильніше, ніж зброя. Повнометражний документальний фільм, який зняла група режисерів «Вавілон-13», що упродовж протесту знімали короткі фільми про Майдан. Фільм показує еволюцію українських реалій від стихійної спроби захоплення адміністрації президента 1 грудня до кривавих боїв у руїнах Донецького аеропорту, сказано в описі до фільму. Національна спілка кінематографістів України нагородила цей фільм як найкращий неігровий фільм 2015 року. Аліса, яка живе в країні війни. Це щирий особистий автопортрет молодої жінки, яка подорожує Україною після спалаху революції. Сказано у синопсисі фільму на сайті кінофестивалю документального кіно в Амстердамі. Алісу Коваленко, тоді студентку-режисерку, під час Майдану знімала її подруга, а потім вона сама поїхала на схід України разом з військовими. Там вона потрапила до полону сепаратистів, де провела 4 дні. Коли її звільнили, вона продовжила роботу. Майдан, чорновий монтаж. Цю збірку короткометражок молодих українських режисерів показали невдовзі після Майдану на фестивалі «Докудейс.UA». Це фільм про 3 місяці революції від обуреного протесту до народного єднання, від каструль на голові до кийків і бронежилетів, пишуть автори картини. На кінофестивалі у Чехії журі нагородило фільм спеціальною відзнакою «Срібне око». До студії «Нового дня» завітав учасник Революції Гідності Денис Пляшко. Вітаємо вас. Так, здравствуйте. Привіт, Ніколаю. Денис, ви були активним учасником Революції достоинства, і вона ставила у вас шрам не тільки на душі, але навіть і на тілі. Були столкновення з сепаратистами. Хотілося б, пускай це і не дуже приємне воспоминання, але все-таки вспомнить, як це було і були ли наказані виновні. Воспоминаний, кстати, очень много приятных. Понимаете, почему? Потому что это был процесс внутреннего формирования, не только моего, но и общества нашего Николаевского. Поэтому это всегда приятно, когда ты растешь внутри, растешь снаружи. Наказаны, к сожалению, не были. Дело закрыли буквально там через 2 месяца. Я понимаю, почему закрыли, потому что еще тогда, да в принципе и сейчас в системе остались люди, которые не умеют вести следствие, будем говорить так. У нас правоохранительные органы, к сожалению, до сих пор выполняют функцию исключительно охраны, а следственную функцию, к сожалению, еще не освоили, либо забыли, либо потеряли лучшие кадры, либо не нашли. И поэтому, несмотря на то, что была куча видео тогда, 7 апреля, вот этой потасовки, кто, что, никто так и не нашел. Дело закрыли за нехваткой фактов. Идя поддерживать революцию, вы понимали, что где-то вы можете столкнуться с непониманием, с угрозой для собственного здоровья, но все равно решили поддерживать свою идею. Тут даже не в том смысле, чтобы поддерживать. Я был не только участником, я был его организатором. Понимаете, для Николая очень важно. И это, кстати, единственный город, который... Ежедневно в течение этих 3 месяцев, каждый день мы выходили. Мы перестали выходить только когда поставили сепаратисты палатки. И для того, чтобы не было конфликтов, постоянных стычек, мы перестали консолидироваться тогда на площади Соборной. Вот. Поэтому важно, почему мы выходили, да? Зачем мы выходили. Мы хотели что-то менять. И я тогда говорил, сейчас говорю, что несмотря на то, что нас всех воспитывали, что в Советском Союзе человек никто и ничего не значит, каждый человек – это личность, и эта личность может менять
не то чтобы свою жизнь, она может менять страну. Если вы вспомните маленькую старушку Астрид Лингрен, которая в свое время просто отправила все правительство Швеции в отставку, просто доказав тем, что налогообложение больше, чем 100% на то время в Швеции. Поэтому сейчас мы понимаем о том, что даже один маленький человек может менять какую-то часть своей жизни, жизни других. Для того, чтобы привести в порядок свой дом, не нужно идти в Верховную Раду. То есть нужно просто возглавить вот сейчас ОСМД, навести там порядок и жить в прекрасных условиях. А дальше перейти от дома к кварталу, от квартала к улице, от улицы уже к району и от района к городу, понимаете. Процесс сложен, но тем не менее важно понимать то, что нас немножко отучили не то, что работать. Работать мы умеем, и мы любим и хотим. Украинцы очень трудолюбивая нация. К сожалению, Сталин ввел труд в ранг, это ж геройство, за что выдавал, собственно говоря, ордена Героя Труда. Это же нонсенс сам по себе. Как можно быть Героем Труда? Ты человек создан для того, чтобы трудиться. Но есть нюанс, который важно понимать. Мы не умеем пользоваться теми ресурсами, которые у нас есть. Я даже не имею в виду те ископаемые наши земли и так далее. Я имею в виду руки, голову, все, что нужно для того, чтобы прекрасно жить. Каждому дано. Каждому дано. Руки, ноги, голова. Бери, пожалуйста, выстраивай свою жизнь, делай ее прекрасной, зарабатывай. Деньги, возможностей много. Океан большой. Воды, рыбы, всего, планктона на всех хватит. Поэтому, наверное, здесь нужно просто научиться пользоваться ресурсами. Было бы великолепно, если бы у нас были какие-то курсы, самые простые для общего, ну, для всех, для людей. Как пользоваться? У тебя есть знания? Пользуйся. У тебя есть какие-то таланты? Пользуйся. У тебя есть ресурсы, автомобиль, дом. Это же тоже все можно пользоваться. К сожалению, мы привыкли жаловаться, вместо того, чтобы пользоваться. И вот эта вот революция, это как раз, почему я называю это революция гидности, да? Потому что, когда мы понимаем, какие ресурсы у нас есть, наша гидность, да, она возрастает. Мы понимаем свою ценность, мы понимаем ценность свою для себя и для общества, и дальше мы можем пользоваться и наращивать этот капитал. Ведь богатая страна – это не та, у которой куча ресурсов. Посмотрите, можно сравнить Россию с Арабскими Эмиратами. Да? И та нефтяная страна. При том, что Арабские Эмираты существуют всего каких-то там 50-60 лет и были построены в пустыне, и там добывают нефть, но, на секундочку, в Арабских Эмиратах стоит бензин приблизительно 5 гривен. Ну, это я на 2014 год, я сейчас не знаю, какая цена. А в России вы знаете, что намного дешевле, чем у нас, и эта цифра совсем другая. И уровень жизни, когда арабские шейхи для всех своих жителей предоставляют сразу и пособие, и жилье, и как этот ресурс использует Россия по отношению к своим же жителям, в каких условиях они живут и чем это все для них чревато. Революция достоинства действительно изменила сознание украинцев. Мы научились жить по-другому, мы поняли, что есть к чему стремиться. Какие изменения, по вашему мнению, являются кардинальными в изменении жизни Украины? Сознание людей, вы понимаете, в чем вопрос? Когда мы выходили в 2013 году еще в ноябре, да, ну, это же было воскресенье, я почему помню, потому что мы как раз тогда вместе с моим другом Томасом, это американец, который живет у нас, можете представить, что есть люди, которые хотят жить в Украине, они приехали сюда и живут, им здесь нравится. Томас Рэмзи, привет тебе, друг. Мы делали American Business Club, то есть такое маленькое часовое заседание, где мы можем поговорить на английском о бизнесе, о том, как делать бизнес. И в этот момент как раз я узнаю о том, что в Киеве происходит событие, когда Янукович
разворачивает полностью свою линию. Ну, принципиально было понятно, что он и не собирался. Почему? Потому что, когда партия регионов разворачивала что-то в то, что им нужно, мы видели это все на всех бигбордах, на всех постерах, реклама была в том направлении, которое они хотели. А в направлении евроинтеграции никогда не было никаких, кроме президента, на тот момент никто не говорил, что это будет. И никто не верил, что Янукович вообще уйдет. Принципиально, понимаете, даже в понимании не было, что это возможно. Человек, который захватил 99,9% власти полностью, он же построил вертикаль власти, он заменил всех, кого можно было и в правоохранительной, и в судебной системе, и в административной системе. И тем не менее, что мы сможем добиться, причем я считаю, что это небольшие потери на самом деле. К сожалению, конечно, погибли наши, и мои друзья погибли в том числе, и было много раненых. Но я считаю, что мы знали, на что мы идем. Вот. Точно так же, как и тогда, 7 апреля, я знал. Ну, никогда не знаешь. Я надеялся, что все будет хорошо, что все обойдется мирно. Вот. И, соответственно, когда Янукович сбежал, это большой шок. В сознании людей произошла трансформация, понимаете? Появляются какие-то... Ну, очень важная штука — надежда, да? Раз. А во-вторых, ты можешь что-то прогнозировать, и ты можешь что-то планировать. Когда ты понимаешь, как работает, как будет работать, куда движемся. Да, у нас остается большая проблема на сегодняшний день в том, что те люди, которых привел Янукович к власти, они до сих пор держатся за свои стулья. Их очень тяжело снять, потому что система, она сама закоксована, понимаете, она как кокон. Попасть туда, ну, на нижние слои, пожалуйста, как расходный материал тебя всегда возьмут. А как, если ты хочешь менять что-то, и даже если ты попадаешь в руководящую должность, ты становишься заложником этой системы, потому что система, она сама себя переваривает. И очень сложно что-то сейчас, даже несмотря на то, что она с таким скрипом сдвигается, меняется, тем не менее, сейчас большое количество людей видят возможности, понимаете? Возможности в том, как менять, как жить здесь, да? Как строить свою жизнь, диверсифицируя, не обязательно полностью вкладываясь в бизнес и так далее, не обязательно вкладываясь в Украину. Можно же спокойно жить и в Украине, и в Европе. Многие люди так и делают, и в принципе это нормальная практика, когда ты имеешь дом там и тут, имеешь дом и в Китае, и ты спокойно делаешь бизнес и там, и тут, и спокойно помогаешь торговле, двигатель всего прогресса. То, что изменилось сознание людей, что появилось понимание того, что появились новые возможности, мы можем что-то изменить. Система даже начала меняться, как вы сказали, что этот кокон понемножку, но все-таки стал сдвигаться. Говорят, что положительные изменения также произошли в жизни каждого украинца, от каждого николаевца. Что изменилось в вашей жизни кардинально после революции? Ну, смотрите, как бы, я открыл для себя там свой маленький бизнес, новый, другого формата. За последний год я объездил 22 страны, понимаете, потому что нам стали легче давать визы, это правда. Сейчас нету такой большой проблемы. Опять-таки, в связи с тем, что у нас большая инфляция и у нас падение доллара, то... Мои друзья могут приезжать сюда, для них теперь в Украине жить дешево, понимаете, то есть если 500 гривен, на секундочку, это всего 20 долларов, а на 500 гривен у нас можно хорошо покушать и купить в магазине то, что тебе нужно, то для той же Европы и Америки это очень, ну, это вообще копейки, не деньги, собственно говоря. Вот, поменялось, ну, это если только в материальном говорить плане, если говорить в духовном плане, понимаете, я когда еще, когда революция только начиналась, надежды были, но они были такие смутные. Рисовать хотя бы как поменяться может город. То есть сейчас я могу рисовать в самые такие
футуристические планы о том, что в Николаеве все-таки могут построить мост объездной, который планировали еще с 99-го года, о том, что в принципе мы можем построить, у нас же город полуостров, мы можем построить кучу мостов в каждую гавань, о том, что наконец-то речной транспорт заработает, например, как он работает в той же Турции, где там каждая лодочка используется, они переезжают с места на место, они переезжают с одного портика в другой и куча экскурсий, что мы сможем открыть новый бизнес. Немножко стало легче вести бизнес, я вам сейчас скажу. Почему? Потому что противовесы власти, да, они друг на друга, друг с другом играют, и на этом можно играть маленькому предпринимателю. То есть, если раньше была четкая директива мочить всех предпринимателей, забирать, редернуть все, что можно, то сейчас на этом уровне, когда есть хоть какой-то такой баланс, вот, то в этом плане немножко стало легче. То есть жизнь действительно после революции, вследствие революции стала легче и лучше в нашей стране? Сложный вопрос, понимаете? Опять-таки, есть две точки зрения, позитивно и, как обычно, наша жалобательно. Для меня она стала лучше, понимаете? Это же внутреннее состояние. Счастье – это состояние внутреннее. Его может ощущать человек, у которого вот есть этот орган счастье-метр. Да? Для того, чтобы быть счастливым, достаточно, чтобы тебя ничего не сдерживало, понимаете? То есть в этом плане, если рассматривать, границы наши расширились. Границы сознания расширились, границы возможностей расширились. Материальные возможности заработать больше сейчас расширились. Почему? Потому что никто не бьет по рукам, никто не пытается что-то настолько так серьезно, как это было тогда при Януковиче, забрать, посадить и так далее, понимаете? В этом плане сейчас гораздо удобнее. С точки зрения того, что стало сложнее заработать, и опять-таки с той же самой инфляции, да, стало сложнее заработать, у людей стало меньше денег, покупательская способность упала, да. Вот. Но это не говорит о том, что денег нету и жить нельзя, понимаете? Украинская привычка говорить: ой, денег нету, денег нет совсем, денег нет совсем, пойду менять доллары. Понимаете, тут же важно соблюдать и понимать, что мы не живем во время 32-33, когда нечего было кушать, когда дети умирали от голода, потому что им не хватало не то что еды, молока материнского, а матери сходили с ума и ели своих детей, понимаете? Поэтому все познается в сравнении. Я считаю, что стало лучше. Я думаю, что многие со мной не согласятся. И мои друзья, мои кумовья, несмотря на то, что в каком-то у них даже плане пошел лучше бизнес, улучшились материальное положение, кто-то купил себе дом, кто-то построил, они все равно продолжают жаловаться. Все плохо, все ужасно, тарифы растут, тарифы растут, субсидии дают. Значит, денег стало меньше. Денег стало меньше, но возможности заработать их больше. Кто хочет работать, значит, я работаю на 4 работах. Несмотря на то, что у меня бизнес, то есть у меня еще дополнительно к этому 4 приработка для того, чтобы не заработать кучу денег, а для того, чтобы жить на достаточном уровне. Достаток – это же важное слово. Мы все упираемся в ценности. Я думаю, что если каждый человек действительно поверит в то, что все хорошо, и будет искать не какие-то негативные и отрицательные моменты в нашей жизни, а будет знать, что можно радоваться буквально каким-то мелочам, и из этих мелочей уже растить ком счастья в своей жизни, то действительно труды и геройский подвиг героев Небесной Сотни не будет забыты, не будет каким-то неоплаченным. Мы действительно покажем то, что их подвиг не был напрасным, что жить стало лучше, и Украина действительно независимое, красивое, хорошее государство, в котором комфортно жить их гражданам. Дякую вам, нашим телеглядачам. Хочу нагадати, що до студії Нового дня завітав учасник Революції Гідності Денис Плюшко.